А, я знаю. Да. Левы, не моросите, чё вы на меня моросите? Ооо, гау матёс, брат. Как впервые вживую видимся. Как ты, брат? Это что, мат? Это мат, брат. Поехали, брат. Да, все правильно, брат. Поехали. Ууу, встречка. Ассаламу алейкум. А тут, наверное, все привыкли, да? Что все снимают всех на Патриках и всем понял? Да. На него, на него. Надо было возле того зеркала сфоткаться, фрик. Бля, там... Пойдем. К зеркалу? Да. Что, пожалуйста, сфоткайся, выставим. А его серый мат. Красный, понял. Помнишь, я тебе голосовой тоже отправил, типа? Какие? Ты мне 5000 отправил, я тебе РЭП сделал. Ох, фрик, то вышли, бля. Вот, я пригласил его. Молодец, блядь, она. Что за крыса, мне реально. Что за с беретом выходит? Да, да, да. Сейчас давай пойдем. Нет. Это то, что так охуенно машину оставил, но я пробки сзади сигнал, я говорю, ты что, давай меня фоткает, видишь? Я думаю, что так хорошо, 5000 давай, я теперь ее сделал. Да, на Патриках даже, мы зато бесплатно перли. Ух, зато въебать куда на котельку. Вот, именно. А они как тут так сидят? Я уличный фотограф. Если я подойду вот так, я помню, можете денег поправить? Я бы тебе, ну я с удовольствием, но у нас, если разрешат, то фоткаемся. Можно, давай. Можно. Давайте посмотрим. Ах, вы, блядь. Как тебя зовут? Айша. Как? Айша. Айша? Да. А. Адыгейка? Грейка? Адыгейка? Адыгейка. Адыгейка. Так, нам нужно... А где тут кофе, не знаешь? Она сказала, прямо и налево. Прямо и налево. Все, спасибо. Все. Пока. Да, не ее, я ее бить фасон не мог. Сука, блядь, стволко. На мегарбах. Ау, я своего парикмахера. Я своего парикмахера разъебал уже. Все, как вот сейчас. Что? Давай с тобой снимем сейчас. Сейчас? Да. Брат, как ты? Я тебе писал в директ, ты не отвечаешь. Реально? Да. Я же не инстаграме понял. О, тамай в Грузии. Армянские ребята, какой грузинский, по-братски. Что вы там? Хотя в Грузии топ, ребят, гонять. Не, я армянин. А, есть? Вот, да, у тебя такое оборудование. Брат, стою, вас поснимаю. Наше первое лицо удобнее будет. Да что, на туре будет? А, это Маруту, которая клеилась, брат. Да. Вот эта девчонка на Роллс-Ройсе, короче, к моему кенту клеилась еще. А ты всех знаешь? Слушай, на Патрик уже много доказывается. Ну, через кого надо пробивать, брат? То есть, понимаете, нет столько у тебя, как у тебя подписчиков, просто фоткаются. А я просто 8 месяцев назад вот так вот еще купал. Всем как похуй, что он говорит. Прикинь? Да, да. Давай. А что нужно говорить? А сейчас я вопросики задам, брат. Мы, правда, у девчонок берем интервью, но... Да девчонок... он тоже нихуевая девочка. А ты давно в Москву приехал? Я вижу, что понятно. Один неделю назад жалобы, блядь. На самом деле, в Москве, давай. Я приезжал, чисто. Бля, я че за, блядь, стример, блядь, бродяга, того рот ебал. Давай чуть проверим. Не отвлекайся, брат. Все, я работаю. Алекса. От души, брат, спасибо, вы лучший, брат. Пиши, узнаем, что кого. У нас у своей ФСБ работает. Что, пишем, да? Слушай, скажи, какой у тебя был самое кринжовое свидание? Когда приехал, девчонка тебя обломала, что-то там сделала. Девчонка, что за беспорядок? Пришлите ему пару... Не надо, да. Ты что? Почему не надо? Надо? Это твой брат? Короче, балаган проходит очень мощный, понял? Да хуя народу, блядь, грязь, они доебываются. Ты просто прикинь сейчас, на каком она, блядь, уровне. Жопа очень хуевая, правда. Я думал, оно выглядит красиво, знаешь, вот она тоже неплохая.
О, охуенно можно всех снимать, вот так и всем похуй, понял? Да. Если вот сейчас я доебусь до кого-то, ты скажешь, я уличный фотограф, давай сфоткай, дай 200 рублей. Вижу, охуенно фоткаю. А? Я хуй знаю, я вообще не в курсе. Я бедражом занимаюсь. Бля, сейчас 18 плюс, надо нахуй стрим завалить. Бля, я похуй, я профессиональный этот фотограф. Ты урод ебал. Я, кстати, вот здесь буду стримить, я буду вот там вставать. Просто вот так камеру поставлю и съебусь там. Чё, вообще жопы такие маленькие? Ой, блядь, я раз съебу. Бля, походу это тоже кто-то. Ах, бля, вот такую вот девочку мне надо. Сегодня снимаю. Охуеть. Ну, когда за Мустангом с вами поехал? Бля, смотри, вот эта девчонка пятый круг делает. Оу, ебать, вот что надо снимать. Красавица, блядь, охуенная. Я, вот он, брат, вот это надо снимать. Ебал эти жопы. Вот, смотри, красавица какая, блядь, мужчина. О, скандалист, хуй его знает, РДС, РДЦ. А, он приезжал же, блядь, там. А, ебать, она у него на стойке. Короче, мы снимали девчонку год назад, ты этот видос тоже смотрел, Катю. Катя такая, блин. Так это моя подруга. Подруга? Да. Просто подруга? Я ее давно знаю. Она тоже краснодарская, да, вроде? Или ростовская? Да, краснодарская. Хорошая девчонка, на самом деле, такая угарная. Мы звали к нам на стрим, меня стримы же тоже делал, блин. Они все поголовно, в том числе и Катя, она мне за полчаса до стрима пишет, что я не приеду. Там звал этих же девчонок, чтобы уже моя аудитория задавала им вопросы. То есть, понимал, тоже там, ну, ха-ха половина. И они все поголовно, все, кто с Патриком, у меня одна не приехала. Пойдем, брат. Они его маму ебал за 450 рублей. Покупать, блядь, пизди этот. Все, ради пацаны, удачи. Бах, вот она, брат. Вот она, брат. Нет, брат, даже не готов, даже закурить, брат. На Калина даже не готов. Да, ну нахуй. Да, бля, буду, бля. Слушай, там постоянно Патрику напердело. Хорош. Здорово. Хорош, хорош. Нормально было. Мы заряжены. Сука, я горю нахуй от таких звуков, бля. Это вот этот пацан был подписчик. Давайте, пацаны, ассаламу алейкум. Вот пинал. Ты как культурно съебался. Бля, это пацан, который на Мустанге сказал, что дрифтует. Бля, молодец, пиздец, вокруг ночки пинаки крутит. Серьезно? Да, пиздец, брат. Брат, здесь что это? А здесь сам, ты выебался, давай. А кому заказываешь? Что делать? Здесь официант. А можно... Два капучино больших с собой можно сделать? На хорошем этом. Да-да-да. Бабах. Больших, да? Да. На больших дым-дых. Подойдёт вам? Да-да. Всё, замечательно. Эти сами... Корицу, сахар, нужно там что-то добавить? Не-не-не. Всё, хорошо. Да, 800 рублей вам ебал. А, ебал. Нахуй, на мне ноги затрясли. Бля, здесь сидеть нахуй тоже рублей 500 выставить. Нет. Чек? Чек да, дайте, пожалуйста. Чек не да. Девушка, показывай, что я на Патрика кофе пил. Пожалуйста. Чек не да. Чек не да. Бать тут, бля, концентрация. Ты видел там, тут лепишь. Да, третий клянусь, я как снимал, знаешь, всех. Да? Клипы, посмотри, прям профессиональная съемка. Я бэдлю, у меня сам точно такого нет, понимаю? Может, что-то в рот сделал? Очень чеснок, знаешь? Да. Ну, как же мне нравится на Патриках. Может, бля, знаешь, что сделаем один день с тобой? Мы так выйдем на Патрике, оденемся, костюм, шарвал, и будем интервью брать, тоже как два долбоеба. Я буду машину снимать, мне похуй. Я не продам машину. Да, ну, какой-то из персонажей из мультика выглядит, знаешь? Который? Ну, она прикольная. Все хорошие фигуры, но жопы такие, понял? Одевает обтягивающие, а у них тоже целлюлит небольшой. Да, да. Дырки, понял? Хорошо, брат. F10. Я думал, это твоя. Бля, я тоже. Потом номера увидел 134. Вот прикинь, ты так же кричишь, блядь. Чувак, ты прикинь, вот здесь крутили они. Спасибо. Спасибо. Вам тоже спасибо. Мы не гуляем. Удачного дня вам. Спасибо, до свидания. День начинается на Патрика. Савва, брат. Можно подойти? Конечно. О, а, я знаю. Да. Блядь. Блядь, она ебать как выглядит, брат. Вон, Сэм. Где? Вон его заебут. Вон справа. Да, да, давай просто вот здесь сядем, вот здесь. Да, конечно, не хочешь. Слушай, пока нахуй не пошли, сидим. Бах, на это Бентли. Это же это, понял? Да. Какой пиздец, реально, да. Блядина сразу увидел, ебаная брось. Блядь, на его вид. Вот он. Брат, чел.
Можешь чуть подальше от нас отойти? Ты видишь, что мы делаем? Бро, я понял, вот. Брат, застеми нас. Вот с братского, еду вас. Валя, застеми нас, пропусти. Патрики, да? Патрика, да. Здорово, пацаны. Здорово. Охуеть, 900-й, брат. 900-й или 800-й, брат? 900-й, брат. 900-й. Ну, Иса, сегодня. Бля, это наш. Это что? Это наше место, знаешь? Бля. Охуеть, цен, сгоняй. Да, хорошо было, брат. Будет бархатная Скания, слышишь, хорошая такая. Мусоровозку. Я постриг, брат. Сейчас мы будем до людей доебаться, типа, нах ты без виски лежишь. Как мы у мусоровоза кофе пьем, поправляем? Слушай, ну, тачки здесь прикольные, знаешь. Вы встретили М3 такую прикольную? Да, фиолетовую. Да, диска хорошая. 45 регион, что ты знаешь? Ты сам хороший, знаешь? Нет, ты сам хороший. Ты сам хороший. Нет, ты сам хороший. Я кусы побрел. Я видел, без номеров ты двигаешься. А ты взял машинку у охранника или где вы взяли? А, в машине коврик тоже там. То есть у вас такая вот, типа вот, утро бездельника, да, богатого? Вышли на Малую Бронную. Понял, Патрик, все это место. Легальное место, где можно снимать телок. Да. Легальное место, где можно смотреть на жопу и никто ничего не скажет. Так. И легально здесь все ходят вот так. И все 24/7 вот так ходят, да? Вот так, с такими зулебами. Ну, мне скажите, сегодня кто-то из вас пукал на Патриках? Бля, я вот только что. М3 едет, М3 есть. Нет, это Мустанг едет, ебаный. В натуре? Да. Это подписчик, ну что ты понимал бы. Я думал, у меня хуёво подписчик. Сейчас я скажу, что Бернаут. Бернаут, да, Бернаут. Очень громко, да, брат, вот переделаем. Да, это ужас. Как так можно? Просто как ужас. Можно, да. Я в шоке. Это мы на Патриках напердели. Как она нос закрыла. Я уже без этого... На него уважаю, он как на Сэма похож, как постриженный. Я без волос, брат. Бедолага. Ренат Зеловейш. Бля, они даже пахнут охуенно. Так, Делаешь. Один трек поставь бомбовый. Я с удовольствием, нас правило. Привет. Чё мне пишут? Я не знаю, ты Рошана стрим. Ле, вы не моросите, чё вы на меня моросите? Посмотрите вот. Ле, на меня моросят, понимаете? Можно я сфоткаюсь с ним? Можно, да? Мне написали, да. О, да, мне написали. Можно с ним сфоткаться? Я не его пахат. Подожди, я не сфоткалась еще. В смысле не сфоткала? Брат, развал сделал, схождение сделал. Что было? Задняя ось. Да. Задняя ось, он говорит, типа, он думал, у меня просто, понял, F10. Я ему говорю, типа, ну, это М-ка. Он говорит, боком часто даешь. Я говорю, да, он говорит, ты типа вправо или влево? Тебя развал. Сзади, типа, маленький износ на 2 градуса, понял? Да, он говорит, максимум 8 градусов, и надо машину это делать. Перебирать ходовой, он говорит, просто я тебя в курс поставил. Я говорю, ну это критично, он говорит, нет, это вообще похуй. Не, сзади села, просто он говорит, ты же боком даешь, жопа, понял, это становится. Он говорит, раз в полгода хотя бы делай, понял? Я понял. Раз в полгода, говорит, делай. Все, говорит, я как... думал, раз в полгода на жопу ебаться. Здорово, братец. Здорово. Номер бомба. Драчирка. Шма, вчера поехал в этот... Поехали, блядь, в итоге с Рошаном. Круг дали, блядь, не нашли нахуй. Здорово, брат. Как ты? Да, лучше аккуратно. Давай, аккуратно, брат, не гоняй. Дорогой дневник. Мы ждем тебя, давай. Я сидел с друзьями. Я думал, что я, блядь. Меня девочку знать, брат. 12 лет. Хоть одна мил, за 40 лет. Привет, сучка моя. Вот так. Ну просто вот так, давай на хату. Давай, иди сюда домой, ко мне Кулинам, давай, Кулинам делать. Назад посмотри сейчас резко. Прям назад. Нет. Да. Нет. Да. 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 Оу, да его мама. Че едет туда? Охуеть. Это что, ламба? Я не вижу. Посмотри прям назад. Нет. Посмотри. Привет, милый. Салам алейкум. Валейкум салам. Как ты, любимый? Зайдите за мной, пожалуйста, я машину на мойку отдал. Брат, мы на Патриках пешком, блядь. А где машина ваша? Дома, блядь.
Гаумартиус, брат, как впервые вживую видимся, да? Да, брат, как ты? Хорошо, хорошо. Ты в бане сейчас на Твиче? Как ты, брат? Вы сейчас стримите? Да, да. Привет. Ренат. Блин, брат, поздоровался, не помню. Опа. Окей, ехали, брат. Пошла движуха. Как дела? Куда? Сюда, на Бандрике? На Бандрике переехали. Брат, мы пришли смотреть. Как здесь движение на районе, пацаны? Нормально. Очень классно. Да? Очень ужасно и классно. Хлебное место. Садись, брат. Нам просто на встречу надо идти, пацаны. У нас обед там или ужин уже, можно сказать. Брат, я хорошо вас хочу выглядит, видеть. Знаешь? Давайте встретимся по-любому, хоть раз, брат, по-нормальному. По-любому. Не только для стрима, просто чисто хинкали покушать. О, это уже мне нравится. Все, брат, давай. Рады были видеть. Счастливого дня, брат. Поправляй, знаешь. Вот так сидишь, Амирал Сурдаров прошел. Че, захочешь, сейчас пройдем и поп-смок просто пройдет. Ух ты! Не, бля, что ты показываешь, блядь, я там думал, что... Бля, Сэм же здесь у нас. Надо было Сэм сказать, брат. Такой охуенный, брат. Блядь. Кто живет, она, брат? А я привел, а это 800-й. А я тут на сикте, брат. Мови диско, блядь. Диско, блядь, блядь. Бля, вот, брат, кубик, не? Бля, вот это, блядь, квадрат. Кубик. Долбой, Махота, не зови, он выебет тебя. Нет, Махот сказал, что приедет. Да? Да. Бля, очень красивая машина. Бля, пацаны, плюс вайп, если хотите такую машину, я купил. Плюс вайп. О, клянусь, как она мне нравится, Ренат. Это 800-й, брат. Да, да. Это другой. Знаешь, можете донатом кинуть 1050 на деньги закончить? Вот он, брат. Блядь. Самый дневник, блядь. Охуеть, блядь. Ультим, да. Брат, это пиздец, брат. Бля, я впервые... Она на тебя как посмотрела, видела? Охуенно, видел. Она тебя видела, посмотрела? Да. Убила тебя, да, понял? Я уебал, ты сзади меня ждал. Нахуй она так посмотрела? Ты сзади меня ждал. Да, брат. Я бы тоже ждал. Я потерялся. Я бы тоже потерялся, бля, буду. Бля, это пиздец, брат. Ты представь, вот она, нет. Бля, мы вот тут охуенно с ним, знаешь, в засаде. Посмотри, где он, умоляю, куда он ушел? Сильно, ну, джутилеби были хорошие, бля, я пытался не смотреть, понял? Бля, очень хорошие были, правда. Да? У него была полторашка, но не сделанная 2.5, понял? Очень? Ну да. У нас... Я сын здесь на углу валяется. Так мы тоже на углу, сэр. На нее. Там очень обновлен, мы даже не смотрим на такие. На него! Это прокар вот это. Фух, блядь. Брат, где ты дебил? Вон он, брат, ювелирным сидит. Зеленский, магазин есть. Вот мы здесь уже, блядь. Сэм, мы здесь, а ты где, блядь? Чё ты тупой, блядь? Выйди на улицу, Сэм. Я застрял на Патриках. Вахо, смотри. С кем бах. Да, я ее снимал уже. Бля, мы какие животные, я свой рот ебал, бля. Что нас говорят, блядь? Мотивация должен быть. А, вот этот дебил, блядь. И что там стоят, там людей нету. Нахуй там стримить. Сэм, иди сюда. Это прокар у него тоже. Бля, вообще у меня тихо. Пойдем там. Куда все машины делать? Пойдем, все равно один фут. Брат, ебать, сейчас хочется миллиард. Брат, я не хочу стримить, все. На стримить денег нету, нахуй. Я понял. Битраж, нахуй. Надо что-то наебать, зачем аудиторию что-то сделать. Пацаны, блядь. Пойдем, что-то, блядь, курс ебанем. Сейчас мы вам, блядь, продадим этот курс, нахуй, за миллион. Вообще ничего, брат. Нахуй не пришли, у меня самооценка пропала, блядь. Брать, говорю, вода снимала, блядь. Пиздец, Сэм, на патриках наебали, Сэм. Батя, ну что, похоже себе взял? Это я, Человек-паук, братья, узнали? Улетели. Сука, видишь, меня узнает, как Человека-паука, братья мои. А, что делаешь? Ты что взял, брат? Ну, тебе наебали, брат, это... Не знаю. На деньги не смотришь на чем? Я на цену смотрю, брать. 400 рублей, а что? Здесь дешевле ничего нету. Брат, ты же мне поебать. Я на МТ езжу самый красивый в России. Мне зачем одеваться красиво? А я сам... деле, я же на стычку ехал, брат, я не хотел испортить вещи, понял? Реально самый красивый в России у тебя? Брат, да. А у него самая живая в России. Общались, брат. Что он говорит? Знаешь, какой банан здесь виднелся? На выходе. Достань, покажи. Отстрелами. Вась, ебать, если я тут отстрелил, Короче, когда делать тебе нехуй стримить. Просто на Патрике выходишь. Выходишь на Патрике, берешь кофе, вот так садишься. Один глазом, на Анайпад, поверь. Да, я уже понял. Вот так берешь, садишься, кофе. Кофе берешь. На него, я тебя умоляю. А, нет, не знаю. Нашла. Дорогая. Дорогая. Дорогие.
на столе стоит бутылка, а в бутылке Илья. Что ты хочешь от меня? А он на красном салоне, ебать, она меняется, брат. Красная бомба, отвечаю. Просто охуенная красная бомба. Да, слушай, даже. Хорошая. Давайте знакомое лицо. Да, лучше подсъем в России. О, брат, новая Сэм. Сэм, ебать, красивая. На карбон вчера. Очень красивая, брат, машина. Свежая. Я свои слова обратно говорю. Money move. Блядь, она очень красивая, брат. GT-шку хочу новую. Сколько стоит? Чё? Это не самая новая, брат. Да новая. 10 стоит? Бля, буду сказать. План 12. Беру. Вон она, F90. А это R-ка была или обычная? Или S-ка? Пацаны, сколько такая, посмотрите. 30 плюс стоит, сказали. Дай бачки. Ну, если R-ка, да. Какая разница, они обе, они все равно все, все одинаковые. Можно взять, на нее турбины накинуть. Ну, Stage 2, что еще сделать, блядь, надо? Метанол еще поставить? А, сейчас я тебе найду, брат. Сэм Авитовский. Лена. У меня прописка на Авито, брат. Лена, Лена. Вот он, Сэм. Бля, красивая. Молодец. Ну как, звездец, блядь. Пойдет. Аккуратно, черный. Банки вырезал. Ебать там прицелы, блядь. На, девушки, в нападках хотя бы лифчики одевайте для приличия. Я вас умоляю. Вы нахуй на, этот, поколение совращайте. Я не могу, блядь. Плохо мне, ёб. На МГКТ. Среди этих БМБшников. Даже вот один? На ёбку, блядь, я тоже такой хочу, блядь. Что ж, жив? Он такой, ты чё, как бомба? О, реально, да, не нахуй, да. Салам. Вуй, бля. Мне дельфинчик есть и брат, даже не знаем, где купить, даже что с ними делать, правда. Брат, у нас девушек нету, брат. Я бы тебя с тобой... А ты для чего продаешь, брат? Ну, чтобы деньги заработать и помочь маме кредит выплатить за квартиру. Реально? Ты правду говоришь? Да. Серьезно? Ну да. Спасибо большое. Спасибо вам огромное. Возьмите что-то? Не, брат. Оставь, брат. Наш, брат. 15 тысяч пробег. Просто они старые все, брат. 15 года. Не, ну такой старый, зачем? Брат, может рест взять. Рест дороже будет. Это был просто рест, брат. Короче, я понял. Стиль Патриков. Выйти без лифчика, в тонкой футболке, в обтягивающих платье, в очках. И ебать, совращение в охуяне. Вот она. Арена не на машине. А это твои друзья? Нет. Нет. Я пришла с тобой сфоткаться. Я тебя искала просто. А ей разрешили чат фоткаться? Да. А Туре? Да. Ну, ты очень здоровый, понял? Ну и с Ренатом тогда. Как дела, Рен? Брат, нормально? Аккуратно, брат. Нормально. Нормально. Нормально, Москва. Нормально. Хорошо здесь, да, спасибо. Бля, вот он меня нахуй наебал на рилс, блядь. Кто? Кто? Вот, смотри, опять наебывает. Это он? Да. Брат, иди сюда. Иди сюда, брат. Я взял ахня. Я давно, брат, не снимаю. Он на твою тему знает. Ахня. Салам алейкум, брат. Да я знаю, брат. О, вот эту тему я хотел заказать, видишь? На шею. Вот это бомба, брат. Алейкум салам, братья. Как вы? Оу, ты какой мужчина, знаешь. Брат, я снимаю платно это. Серьезно? Мы тоже платно, брат. Давай баш на баш, короче. Вот это понял на шею, смотри, как охуенно. Мы тебе, а ты нам. Спасибо. Ренат, это, а что, это он тебе снимал за 5000? Я как-то не разговаривал со мной. Да. Московская тема, брат, это тебе не красиво. Брат, он так зарабатывает, здесь так живут, брат. Подожди, давай так, мы его бы показали, понял? А он бы нам фотки, брат, партер. Не умеет работать, брат. Я ему сказал, дай мне 5000, я тебе отметку быстрее сделаю. Не, я ему сказал, выложи одну в инсту фотку со мной, я ее репостну просто. И ни с кем не видос. Брат, тут нет понятия. Запомни, ты в Москве, брат. Он и так их, блядь, выкинет или что? Ты в Москве, брат, какие понятия, брат? У меня здесь есть понятия. Брат, мы в ориентировке, походу. Саня, ты где машину себе поставил? На туре? Это мой... О, пацаны, полиция была. За нами. Ренат. Я не знаю, они в этом вот, из этой спецбата тут вот. Да, Ренат, убегай. Ренат, ловь меня. Да, Сэм, я придумал. Да, Роша, вот, брат. Сэм, контент. Вот. Ух, блядь.
Вот она, брат, вот твоя, брат. Вот она. Сколько стоит? Столько. Вот она, вот она, вот. Внешку, подожди, внешку. Вот она, бери ее. Вах, карбонкером. Вах. Вот, бери. И что? Бери. Вах, брат, сколько денег? Бери. Денег сколько, бери. Блядь? Денег. Бери. 12 миллионов. Блядь, задумался, если честно. Бери, бери, бери. Это за сколько сможешь продать? На него! Электронную. Вот такие на сцене. Пожалуйста, свой за сколько сможешь продать? Я думал за 12. За 12, если нормально, можешь продать. Поругаемся. Сэм, я придумал контент, ёпта. Что, говори, брат. Вечером выезжаем, ночью выезжаем, да. Патрик, вечером. Так. Одеваем на фейерверк на твою машину, и ты, и ты едешь, и она... Да, клянись. Клянись. Что ты за меня вот решишь? Че, я долбоёб, что ли? Ну, ты лох. То есть ты брата своего на такую не подпишешь, правильно? Брат, хайп жесткий, нереально.